Последние два месяца Мария Осипова работала в составе налоговой комиссии. Под конец рабочего дня она буквально валилась с ног. Коля, сколько раз можно просить? Мария Александровна Осипова, 48 лет, налоговый инспектор, замужем. Коль, ты дома? Сейчас иду. Ну что кричишь, Винвиш обжегся из-за тебя. Николай Осипов, 50 лет, инженер-наладчик, муж Марии. Давай иди руки мой, сейчас будет рыбка готова. Ты издеваешься, да? Что, нельзя было в стирку положить? Ну что ж ты такая злая-то? Ну забыл. Ну сейчас уберу. Почему я ничего не забываю? Ты за свет заплатил? Да я сегодня вообще из дома не выходил. Ну завтра пойду в гараж заодно и заскочу. Так, значит, порошок ты не купил. Коля, а я чем буду стирать? Ну и куда ты пошла? За порошком! Тебе же некогда, ты же у нас занят непонятно чем. Как же ты меня достала! Можно подумать, только ты одна работаешь. А то, что я ремонт делаю в спальне, это не в счет. Люди бригады нанимают, а я в одиночку корячусь. Ладно, я схожу. Да не надо мне твоих одолжений. Да вот мне где уже твои скандалы. Хочешь ты командовать, ну командуй, пожалуйста, у себя на работе. А дома не надо на всех собак срывать. За рыбой последи. Подгорит, опять же ведь будешь недовольна. Пусти. Долго не ходи. А это я сам решу. Муж впервые в жизни не пришел ночевать. Ну, вообще странная реакция на вполне безобидное замечание. У меня вообще сложилось впечатление, что он только и ждал этого, чтобы уйти из дома. А вы не думали, что за бунтом вашего мужа стоит целый ворох обид, обусловленных постоянным недовольством и непониманием с вашей стороны? Если бы так. Вы знаете, утром, так и не дождавшись его, я поехала на дачу, потому что знала, что кроме дачи ему больше идти некуда. Коль, неси все к столу вон туда, под яблоньку. Ты поосторожней. Угу. Поосторожней, да. Видишь, стол-то старенький. Мужика-то в доме нет. Зоя Сумятина, 45 лет, повар, разведена. У самой руки никак не доходят. Ну, а ты наш-то стол видела? Между прочим, своими руками сделан. Так что, если хочешь, могу и тебе смастерить. Да я-то с удовольствием. Так вот ты, значит, где, да? А я за него переживаю, ночь не сплю. Ну что, хорошо тут у чужой бабы под бочком? Тише, ты, ну стыдно же перед соседкой. Это кому, мне, что ли, стыдно? Это ей пусть будет стыдно чужих мужей уводить. Да вы все не так поняли. Меня, кстати, Зоя зовут. Да хоть Клава! Прекрати позориться. Ну, Зоя просто пригласила меня чаю попить по-соседски. Ну, что в этом такого-то? Конечно, знаю я таких разведенок. Сначала поплачутся, потом на ласку напросятся. Что, не так, Зоя? Зря вы так. Я думала, мы домами дружить будем. Да сейчас! Разбежалась! Так, лучше прекрати. Зоя, вы извините нас, пожалуйста. Я вам стол потом сделаю. Муж меня, конечно, уверял потом, что принял приглашение на чай без задней мысли. А вы, конечно, все про всех знаете. То, что на уме у разведенных женщин, и то, что ваш муж там делал, прямо истина в последней инстанции. Ну, вообще-то я привыкла контролировать ситуацию. Я ему пригрозила, что если он меня обманывает, я все равно узнаю правду. Может быть, сейчас гораздо продуктивнее выяснить отношения с мужем, нежели чем обвинять соседку в семейных неурядицах. Вы в упор не хотите видеть накопившиеся семейные проблемы. О, вот так сюрприз. По какому поводу застолье? Не трогай ничего. Я Зою пригласила. А то нехорошо как-то получилось с ней. Все-таки решила, думаю, посидим по-человечески, да? И то верно. Соседка все-таки. Конечно. Можно? Ой, проходите, Зоенька. Вот, это вам. Компот яблочный только что сварила. Зоенька. Прекрасно. Очень приятно. Присаживайтесь, у нас уже почти все готово. Так.
Ну, за наше доброе соседство. Да. Ой, а мы с Коленькой ведь на этой даче больше 20 лет хозяйничали, да? Вот новый дом построили. Красотища. Как посмотришь, и в город не хочется возвращаться. Вот и я. Я же не дачница совсем. Ягоды вот на рынке привыкла покупать. А как развелась, так и куда себя деть не знала. Вот хорошо, хоть дело нашлось. Надо же. Это кем же надо быть, чтобы такую женщину оставить? Зато мой Коленька. Просто чудо. Да? Все в дом. Все в дом. И сына просто обожает. Да? Да, Николай про сына рассказывал. А у меня дочка есть. О, чудесно. О, Коленька, я на веранде морс оставила. Принеси, пожалуйста. Конечно. Ну что? Чтобы мудрость нам никогда не изменяла. Ну, я надеюсь, ты теперь поняла, что в нашу семью тебе лезть не стоит. Зоя, а вы куда-то идете? Что-то случилось? Нет-нет. Дочь позвонить должна. А я телефон в доме оставила. Спасибо. Всего доброго. Зоенька, ну вы заходите по-соседски. Может, помочь чем надо? Ешь? Наливай. Коль, поцелуй меня. Маш, я читать хочу, чтобы меня никто не трогал. Ты раньше внимательней был, пока эта Зоя не появилась. Ну при чем здесь Зоя? Я же тебе сказал, я просто устал. На работе все нервы вымотали, дома ты со своей ревностью достаешь. То есть ты устал, а я, значит, нет. Я как лошадь между домом и работой. Маш, ну я ж тебя не виню. Ну хочешь, мы с тобой на концерт пойдем? Мне в правкоме 2 билета дали на бардовский вечер. Ой, не, на бардов не хочу. Я тогда лучше в парикмахерскую схожу в кои-то веки. Ну как хочешь, я тогда один пойду. Чайник поставить? Ну, согрей. Хоть чайник. Мария чувствовала, что напрасно не согласилась пойти с Николаем. Она решила сделать мужу сюрприз и встретить его после концерта. Здрасте! И все-таки я была права, да? Маш, а что ты тут делаешь? Да вот решила посмотреть, как ты за моей спиной шашни крутишь. Я тебя предупреждала? По-хорошему, я предупреждала? Маша, я вас обидела чем? Почему вы меня постоянно подозреваете? А кто с чужими мужьями гуляет? Ты его что, караулишь, что ли? Как меня нет, она тут как тут. Коль, я пойду. Спасибо за вечер. Золь, простите. Так, это что такое? Что это такое? Ты что, до сих пор считаешь, что я тебе изменяю? А представить себе, что на концерте можно встретить кого угодно, да вот хоть соседку с дачи, что нельзя? То есть ты хочешь сказать, что это совпадение? Коля, в последнее время их стало очень много. Так, не говори глупостей. Пошли домой. Не надо меня трогать! Коля! На следующее утро Мария проснулась и увидела, что Николая в квартире уже нет. Коля! Пожалуйста, позвоните.
После очередного скандала, который затеяла властная Мария Осипова, ее муж Николай ушел из дома и уехал на дачу. Мария застала Николая на участке новой соседки Зои. Мария обвинила соседку в том, что та уводит у нее мужа. Николай же уверял, что просто принял приглашение на чай. Через несколько дней Мария увидела своего мужа вместе с Зоей. Мария устроила скандал. Сбежал, да? А на меня тебе вообще совсем наплевать? Или она, что ли, позвала? Никто меня никуда не звал. Я просто хочу пожить на даче один. И это никак не связано с Зоей. Как один? А я? Между прочим, сын скоро с практики вернется. Ему я что скажу? Ну, придумаешь что-нибудь. Я не думала, что муж вот так вот может уйти из семьи. Стыд-то какой. Почему вас заботит мнение посторонних людей, а не то, что переживает близкий вам человек? А что ему переживать? У нас дом полные чаши, сын студент, учится хорошо. Не понимаю вообще, чего ему не хватало. Разве для счастья человека важно, какой у него достаток или мнение ваших детей? Почему вы так уверены, что ваш муж не нуждается в вашем тепле и понимании? Мария надеялась, что муж не выдержит дачного заточения и рано или поздно вернется в семью. Она решила ускорить примирение с Николаем. Не скучно тут одному? Проверять приехала. Возвращайся домой. Ну, Коля, вы... Ну, что ты тут как бирюк один сидишь? А что изменится, Маша? Ну, не знаю. Ну, скажи честно, мы что, плохо жили? Может, я и накинулась на эту Зойку, что семью нашу защищала? Ты бы Зою лишний раз не трогала. Коль, я вот творожок деревенский принесла. Утром сырников приготовим. Прости, теперь ты все знаешь? Какой же ты гад все-таки, а? А я тебе почти поверила. Что, радуешься, что чужого мужа увела? Только я ведь его без штанов оставлю. Посмотрим, какой он тебе будет нужен без квартиры и машины. Я с тобой судиться не буду. Все, кроме этой родительской дачи, останется вам с сыном. То есть ты все уже рассчитал? Только я не понимаю, чем вот эта вот разведенка лучше меня? О ней заботиться хочется. Ой, только не смеши. А тебе о самом, если не позаботишься, пропадешь. Прощайте, любовнички. Боже мой, Кирюха! Привет, Ма. Господи, милый ты мой, как похудел. Снимай. А отец где? Кирилл Осипов, 24 года, студент университета. Сын Марии и Николая, холост. На работе? Папа на даче, он решил баню до зимы поставить, вот и живет там. Ну, я к нему на выходные съезжу, я ему таких снастей привез, мужики обзавидуются. Иди, раздевайся в душ, а я быстро сейчас тогда все уберу и пообедаем. Небось, соскучился по маминой стрепне, да? Ну, еще бы. У меня, кстати, для тебя есть, мам, новость. У меня появилась девушка. И я хотел бы ее сегодня вечером к нам на ужин пригласить. Можно? Господи, ну, конечно, можно. Нужно! А у тебя с ней серьезно, да? Более чем. Я хочу на ней жениться. Кирюха. Вечером Кирилл познакомил маму со своей любимой девушкой. Мария Александровна, торт просто чудесный. Дадите рецепт? Ася Сумятина, 23 года, студентка университета. Не замужем. Ну, конечно, дам. Давай тебе чай подолью. Спасибо.
Значит, вы с Кириллом на одном факультете учитесь, да? Мам, ну я же тебе рассказывал, мы с Асей уже 100 лет знакомы. Просто раньше мы были в разных компаниях, а в экспедиции поняли, что любим друг друга. А родители у тебя чем занимаются? Мама в кафе поваром работает, а папа водитель. Ну, правда, они недавно развелись. Мам, ну ты прям допрос устроила. Асенька, варенье. Ягоды с нашей дачи. Угощайся. Спасибо. Вкусно. А у меня, кстати, мама тоже недавно купила дачу. В Заречном, да. Так ее теперь вообще дома не бывает. В Заречном? Угу. Интересно. Прикол. У нас тоже в Заречном. А на какой улице? Я не знаю, я там еще не была. А твою маму, случайно, не Зоя зовут? Зоя? А вы что, ее знаете, да? Мам, что с тобой? Ой, Господи. Ой, Господи. Мам. Ой, Кирилл. Ой. Мам, что такое? Ой, Кирюш, сердце, дай таблетки вот там, пожалуйста, в ящичке. Ой, сердце. Хотите воды, скорую? Нет. Асенька, тебе лучше уйти сейчас. Вот, мам. Ой, Ася, пойдем, я провожу тебя. Мария решила рассказать сыну правду об отношениях мужа и Зои. Ну как ты, мам? Может, папе позвонить? Не надо, уже лучше. Ну расскажи мне, что случилось? Откуда ты знаешь Асину маму? Кирюш, ты должен расстаться с этой девушкой. Пожалуйста, сделай это ради меня. С какой это стати? А ты знаешь, что твой отец ушел к этой матери этой, твоей Асе? Как ушел? Ты же сама сказала, что он на дачу уехал. Вот на дачу он с ней и живет. Ты даже не представляешь, сколько горя мне принесла эта их связь. И Аська твоя будет такая же гулящая. Против генов не попрешь. Прекрати. Ты меня что, в могилу, что ли, оба хотите свести? Я люблю Асю и от нее не откажусь. А я тогда тебе не дам своего материнского благословения. И ничего, без него проживу. Знаешь, в чем твоя проблема? В том, что ты привыкла всех подминать под себя. Отцу никогда права голоса не давала. Теперь за меня принялась. Господи, сыночек, ну я же о тебе думаю, сынок. А я вырос, мама, и готов принимать решение сам. Я перееду к Асе. Кирюш! Кирюш! Мария Осипова подавляла своим властным характером мужа Николая. Она приревновала его к новой соседке по даче Зои. Николай уверял, что Мария ошибается, но она устраивала ему скандал за скандалом. Николай сбежал от Марии на дачу и действительно сошелся с женственной и мягкой Зоей. Сын Осиповых, Кирилл, вернулся с практики и сообщил, что хочет жениться. Мария решила познакомиться с девушкой сына и выяснила, что Ася – дочь Зои. Муж с сыном меня предали. Выходит, что все, что я делала для них целую жизнь, оказалось никому не нужным. Да и я сама оказалась никому не нужна. Вы сами своим нежеланием понять близких людей разрушили свою семью. И теперь только от вас зависит, кто останется рядом с вами. Мария очень хотела помириться с сыном. Она позвонила ему и предложила встретиться. Ой, Кирюшка, ну что, мы теперь как чужие, что ли, будем встречаться? О чем ты хотела поговорить? Тебе что, у этой Зои лучше, чем у родной матери? Мы живем с Асиной бабушкой. У нее большая квартира. Господи, ну так могли бы у нас жить. Собственно, я об этом и хотела с тобой поговорить. Кирюш... Мне очень одиноко. Я ездил к отцу. Мне кажется, у него там не все ладится. Не надо за него заступаться. Он свой выбор сделал. Как знаешь. Мам, мы с Асей решили пожениться.
Так. Один уходит к любовнице, а другой предлагает мне с ней породниться. Кирюш, подожди, но вот скажи, зачем сразу в ЗАГС идти? Ну, поживите так, ну, приглядитесь друг к другу. Если вдруг что-то не заладится, вы просто тихо разбежитесь. А я не собираюсь из-за ваших с отцом проблем жить понарошку. Мне пора, мама. Кирилл, ты все-таки подумай, кто тебе ближе, родная мать или чужая тетка? Ссора с сыном подвела Марию к мысли о том, что ей пора окончательно разобраться в своих отношениях с мужем и подать на развод. Привет. Это твоя дома? А если скажу, что Зоя здесь больше не живет, все равно же не поверишь. Да. Хочешь, чтобы я опять в твои сказки, что ли, поверила? Хотя у нас с тобой и так все наперекосяк пошло. Значит так, коль я на развод подаю и предлагаю разбежаться по обоюдному, так сказать, без дележки. Может быть, отложим этот разговор, как-то настроения нет. Лучше скажи, как живешь? Да хорошо живу. Ни мужа, ни сына, только собой занимаюсь. Ты уж не обессудь, я твоей ничего не оставлю. Кирилл недавно заезжал. Я знаю. Целый час пытался убедить его домой вернуться. Да куда там? Такой же твердолобый, как и его мать. Мне сейчас на смену, если хочешь, подвезу. Давай. Картошку-то брось. Как хорошо дома. А тебя никто не гнал? Обедать будешь? Я утром борщ сварила. Хочешь? С удовольствием. Ну, хорошо. Маш, прости меня. Маш, я соскучился по тебе. Постоянно представлял, как обнимаю тебя. Да, привет. Нет, не на даче. Хорошо, помогу. Ты кого обмануть хочешь, Коль? Маш, да Зоя просто нашим детям новый диван купила, просила помочь. Маш, ну мы же с ней давно не живем. У нас сразу как-то все не заладилось. Ну вот и решили остаться хорошими друзьями, чем оставаться плохими любовниками. Значит, так меня ваши проблемы не интересуют. Давай, Коль, возвращайся на дачу. Давай, уходи. Маш! Ты зачем пришел? Ну, мы не договорились с тобой вчера. Маш, все, что я тебе говорил, это правда. Прости меня, если сможешь. Я не могу без тебя. Это не так просто. Я, Коль, теперь постоянно сравниваю себя с ней. Ну, я очень виноват перед тобой. Ну, не знаю, как это получилось. Понимаешь, от Зои, от нее, как от печки, тепло идет. Вот я и повелся. Но потом я понял, что это не моя женщина. Прости меня. А кто твоя? Я на нее смотрю. Пошли домой. Через несколько дней Мария вернулась с работы и была приятно удивлена. Как хорошо, что ты пришел. Мне папа все рассказал. Жених ты наш. Кирилл, я
правда, я не знаю, как я это все выдержу, но я постараюсь ради тебя. Спасибо, мам. Мы с Асей решили особо не шиковать. И решили сделать свадьбу только для своих. Подожди, ты что, если ты о деньгах, то мы с папой тебе поможем? Ну что, будем готовиться к свадьбе? Кирилл и Ася поженились. Через 2 дня после свадьбы Мария пригласила молодых в гости. Ну что, мои дорогие, все готово? Ну где Ася? Она сейчас скоро придет. Она же маму свою на поезд провожала. Зоя уехала? Странно, на свадьбе она ни словом не обмолвилась об отъезде. Так мы сами недавно узнали. Сказала, что к родственникам в Питер. Они там вроде работу обещали найти. Ася пришла. Вот и прекрасно, что уехала. Здравствуйте. Это вам подарок от моей мамы. Чтобы вся семья почаще собиралась вместе у этого самовара. Спасибо, доченька. Проходи. Ну что, мы собрались? Прошу за стол, давайте праздновать. Будьте счастливы. Горько. Папа. Как известно, сильные женщины могут горы свернуть. Только в семье жизнь не у всех складывается счастливо. Вот и у героини нашей истории едва не разрушилась семья. Мария была уверена, что именно она должна управлять членами своей семьи. Без ее указаний они пропадут. Но сначала муж, а потом и сын не выдержали ее давления. И Мария осталась совсем одна. Но не случайно Мария с Николаем когда-то стали мужем и женой. Каждый из них в разлуке понял, что друг без друга они не могут. В тот день Эвелина решилась, наконец, сообщить Егору очень важную новость. Опять со змеей? Опять вот с этой? Вот он мне как рот закроет, в общем, схватил меня и туда, да. Из леса. Меня интересует вопрос по поводу закрывания рта. Да? Я должна тебе кое-что сказать. Эвелина Климова, 27 лет, бортпроводница в авиакомпании, не замужем. Я беременна. Ты уверена? Егор Кузнецов, 40 лет, командир воздушного судна в авиакомпании, женат. Ну, сама знаешь, бывают ошибки. Нет, я абсолютно уверена. Я на УЗИ была сегодня утром. Вот смотри. Смотри, какая прелесть. Я вообще в 3D хотела сначала сделать, но мне сказали, что срок еще маленький. Ты собираешься рожать? Может, избавиться от этого ребенка, пока есть время? Ты что? Да ты что говоришь? Да и вообще, первую беременность прерывать опасно. Буду как твоя бесплодная жена. Не трогай Иру. Ты ей сочувствуешь. Ну надо ж, какое сострадание к жене, которую изменяешь. А может, ее боишься? Ты скажи, Егор, ты кого больше боишься, жены или тестя? Пожалуйста, Эвелина, не включай форсаж. Погоди немного. Ну, ты сама знаешь, у меня сейчас решаются важные дела. Не тебе рассказывать, какие у нас перетряски в компании и кадровые перестановки. Ну, если ты так хочешь этого ребенка,
рожай. Ну, то есть я хочу. Я хочу, а ты не хочешь. Значит, ты 10 лет сидел в зале ожидания со своей женой, а теперь, когда тебе улыбнулось счастье со мной, ты от него отказываешься. Да иди ты. Знаете, мне так обидно. Я днем и ночью не сплю. Я не могу понять, любит меня Егор или ему настолько дорога карьера. А какая в данном случае разница? Ну, как ребенок может помешать карьере мужчины? Да нет, вы не понимаете. Просто Ирина, жена Егора, дочь начальника, которому Егор обязан своим положением в авиакомпании. Ну, я не могу поверить, что Егор до сих пор любит Ирину. Она ему 10 лет родить не может. А какая связь между любовью и неспособностью родить ребенка? Хотя, понятно, что для вас удобно, чтобы такая связь была. Вы думаете, что я хочу его к себе привязать? Нет, я просто очень хочу родить этого ребенка. А тогда какая разница, любит ли Егор вас или свою жену, кого он боится? Ну, мне так обидно за него. Он добрый, умный, красивый. Он просто зажат в тиски своими родственниками. Да и потом, я не могу поднять ребенка на ноги одна, без Егора. Ну, если это так, тогда ведь вам стоило заранее обсудить с Егором, готов ли он ставить этого ребенка на ноги вместе с вами. А вы, как я понимаю, этого не сделали. Тогда какие к нему претензии? Вызывали? Несколько дней спустя Эвелину вызвал в свой кабинет тесть Егора. Я вызвал тебя, Эвелина, в связи с кадровыми перестановками. Иван Александрович Астахов, 55 лет, управляющий авиакомпанией, женат. Ты знаешь о новой контрактной системе. Мы перетряхиваем личные дела всех наших сотрудников. Ты знаешь, конкуренция жесткая. Бывает и подсиживание, бывают и звонки, бывают и анонимки. Так вот, одна из них меня очень насторожила. Внебрачная связь бортпроводницы с женатым пилотом. Ознакомься. Это правда? Ты понимаешь, что разрушаешь не только чужую семью, но и собственную карьеру? Ты вспомни, каких усилий тебе стоили экзамены по переаттестации на международные полеты. Значит так, оставь семью моей дочери в покое. Я ни за что не откажусь от Егора, даже из-за международных полетов. Тем более, что уже поздно, я беременна. Ах, вот как! Как же у вас далеко зашло. Но Егор, ну, миллионы мужиков ходят по земле, неженатые, свободные. Значит так, или ты избавляешься от ребенка, или мы расстаемся со скандалом. Ну, вы, конечно, можете меня уволить, но Егор все равно будет моим. Здравствуйте. Я жена Егора. Я знаю ваши связи уже давно, но сегодня отец сообщил мне о том, что вы беременны. Ирина Кузнецова, 33 года, дизайнер по интерьеру, замужем. Я решилась прийти, чтобы попросить вас, не рожайте этого ребенка, откажитесь от него. У вас еще будут дети от неженатого мужчины. Ну, а мой Егор... То есть ты хотела сказать «мой Егор». Вот вы предлагаете мне найти неженатого мужчину, а я предлагаю вам найти нового мужа. Я не собираюсь ни убивать своего ребенка, ни тем более оставлять его без отца. Я думала, вы поймете меня. Это разговор не мог с глухими. Видимо, нет смысла продолжать. Видимо, нет. Эвелина! Эвелина! Ты куда собралась?
Привет, я к врачу в женскую консультацию. Мне надо с тобой поговорить. Слушай, у меня талон на 10 утра. Я опаздываю. Давай по дороге. Эвелина, скажи, зачем ты вчера так резко разговаривала с Ириной? А как я должна была с ней разговаривать? Она предложила мне избавиться от нашего ребенка. Ну, согласись, что ты оскорбляла ее. Она вчера дошла до того, что на коленях умоляла меня не бросать ее. Ну, Егор, ну тут тебе придется выбирать. Либо я, либо твоя бесплодная жена. Я не готов пока разводиться. И ребенка заводить сейчас рано. Вспомни, чего нам стоило эта переаттестация, чтобы тебя взяли на международный борт. То же самое вчера Астахов говорил, когда вызывал меня насчет анонимки на нас с тобой. А тебе обязательно было рассказывать ему о своей беременности? Ты что, не понимаешь, что он не только тебя уволит, но он и мне кислород перекроет? Все из-за тебя, идешь напролом. Угу. Давай покороче, я опаздываю. Покороче? Могу и покороче. Я не люблю, когда на меня давят. Замечательно. Эвелина чувствовала себя подавленной после разговора с Егором. Привет. Прости меня, родная. Я был неправ вчера. Не контролировал ситуацию. Знаешь, я, наверное, уйду от жены. Не могу больше выносить эти бесконечные скандалы. Егор! Алло, Егор. Привет, ты где? Привет. Я не стал тебя будить, пошел домой за вещами. А у Иры нервный приступ. Я не могу бросить ее в таком состоянии. Егор не появлялся неделю. Эвелина решила сделать вид, что она готова отказаться от ребенка. Алло, Егор? Егор, я в больнице. Я завтра сделаю аборт. Алло, вы меня слышите? Говорит врач скорой. Здесь у нас двое пострадавших в ДТП на загородном шоссе. Женщина погибла на месте. Мужчина жив, у него нервный шок. Это с его мобильника я говорю. Жив. Эвелина сообщила любовнику Егору, что ждет от него ребенка. Однако Егор отказался разводиться со своей бездетной женой Ириной. Вскоре Эвелину вызвал тесть Егора, управляющий авиакомпанией «Астахов», и пригрозил ей увольнением. Эвелина рассказала ему о беременности. После этого к ней пришла Ирина и умоляла избавиться от ребенка. Эвелина заявила, что не отступится от Егора. Вскоре Егор и Ирина попали в аварию. Ирина погибла. Меня мучает чувство вины перед женой Егора. Мне почему-то кажется, что я причастна к ее смерти. И что мне сейчас делать, я не знаю. Что делать с кем? Ну или по поводу чего? Я боюсь остаться матерью-одиночкой. Понимаете, мне в оставшиеся полгода нужно решить много вопросов. Вопрос с ЗАГСом. Но я же не могу говорить с Егором на эту тему. Такое несчастье произошло. А зачем вам решать вопрос с ЗАГСом именно в оставшиеся полгода? И зачем самой заговаривать об этом с Егором? Собираетесь ковать железо, пока горячо? Нет, ну ради бога, но откуда тогда взялась идея, что вас так уж сильно мучает чувство вины? Дело-то не в нем. Егор 10 дней пролежал в больнице. Все это время Эвелину не пускали к нему в палату. Она понимала, что это распоряжение тести Егора.
что я никогда тебя больше не увижу. Несмотря на то, что Егор переехал к Эвелине, ее не отпускала тревога за их общее будущее. А что ты не ешь? Что случилось, да? Как полет прошел? Настроение мне на нуле, не хочу ничего рассказывать. Давай лучше помолчим. Ну расскажи. Ну, пожалуйста, я переживать буду. Сегодня после полета я заехал домой взять кое-какие вещи. Там в спальне ночевала теща Нина Ивановна. Нина Ивановна, что вы здесь делаете? Странный вопрос. Тебе должно быть известно, что квартира эта принадлежала Ирочке. И вся обстановка здесь куплена на наши деньги. А ты все эти годы жил здесь приживалой. Нина Ивановна Астахова, 52 года, домохозяйка замужем, бывшая теща Егора. Подождите, разве я все эти годы не зарабатывал денег? Я, конечно, понимаю, вы нам помогали, но по закону... Что? Ты про какой закон говоришь? Ты изменял своей законной жене. Ты убил мою Ирочку, чтобы привести сюда свою любовницу. Да ты не просто убийца. Предатель. Что за бред? Я не убивал Иру. Это был несчастный случай. Уходи. Уходи. И не появляйся здесь больше. Имей совесть. И ты просто так ушел? Ну, почему ты ей ничего не сказал? Ну, ведь ты же был тогда вместе с ее дочкой. Ты попал в аварию. Ты также мог погибнуть. Ну, как же ты мог ей ничего не объяснить? Нина Ивановна в чем-то права. Если бы я тогда не нервничал из-за этой истории с твоей беременностью, из-за того, что ты рассказала о нас с Астахову, может быть, никакой аварии не было. Из-за моей беременности. Значит, я во всем виновата. Значит, если бы не мы с моим малышом, то Ира была бы жива. Эвелина, включи реверс. Ты сама вытянула меня на этот разговор, я же просил, давай помолчим. Скажи честно, ты жалеешь, что связался со мной? Глупая. Ведь летчики говорят, не оставляй торможение на конец полосы, а любовь на старость. Время шло, Эвелина понимала, что нельзя откладывать разговор с Егором о женитьбе. Скоро у меня будет вот такой живот. Я ни в одно платье не влезу. Не будет у меня ни белого платья, ни туфель, ни марш Мендельсона. Ничего не будет. Послушай, Эвелина, ну успеем мы поставить этот штамп в паспорте? Просто мне сейчас не до веселья, не до Мендельсона. Настроение на нуле, на работе жуткий напряг. Да я бы тебя не торопила, если бы не ребенок. Никуда он не денется, этот ребенок. Родится, тогда решим, что делать дальше. Мне иногда кажется, что ты вообще не способен принимать решения. Вот я смотрю на тебя и думаю, что хорошо тебя знаю. Потом вдруг раз, и передо мной совершенно чужой человек. Другой человек. Какой другой? Такой другой. Вот тебя выставили из дома, а ты поджал хвост перед тещей, как собачка. Нет, никогда ты на мне не женишься. Потому что ты Астахова боишься. Вообще, ты будешь принимать самостоятельные решения? Эвелина решила в тот день больше не возвращаться к разговору о свадьбе. Бесстыжие! А ты не думай. Бог, он все видит. Он не допустит, чтобы родился этот ребенок. Нина Ивановна. Ой. Нина Ивановна, успокойтесь, пожалуйста. Я понимаю, как вам тяжело. Да что ты понимаешь? Я потеряла единственную дочь. Я все это время сижу на таблетках, а ты все забыл с этой. Нина Ивановна, давайте я вам вызову такси. Вы поезжайте домой. Вот, на днях я обязательно к вам заеду. Мы обо всем с вами поговорим. У вас есть валидол? Не знаю. Ой.
Что происходит, Егор? Для кого ты стараешься? Для сторожевой собаки в твоем доме? Обнимаешь ее, машину ей ловишь. Она тебя на порог домой не пускает. Позволяешь оскорблять мать своего будущего ребенка. Пойдем домой. Не хочу. Не хочу, чтобы ты у нее ночевал. Егор! Егор, прости. Прости, я погорячилась. В твоем положении все женщины неадекватны. Чем ближе дата рождения моего ребенка, тем больше я не могу разобраться, права я или нет, не понимаю. Права или нет, в чем? Но у меня же было достаточно времени для того, чтобы задуматься, кто же такой Егор, что он за человек на самом деле. Наконец-то. Вполне здравый вопрос при обдумывании темы семейной жизни. Ну и что же он за человек? Когда я с ним летала на одном борту, мне казалось, что он идеальный мужчина. Умный, смелый, рассудительный. Но в последнее время Егор очень изменился. Да с чего вообще взяли, что он изменился? Ведь, насколько я понимаю, раньше вы, в принципе, не задумывались над его действиями. Вам достаточно было ваших фантазий по поводу мужественного командира корабля. А тут вдруг задумались. Как вы думаете, а что если вы просто только сейчас заметили то, что на самом-то деле было всегда? Но если так, то слава богу, что заметили. Егор! Егор! Помоги! Он умирает! Наш ребенок умирает! Егор! Егор, помоги! Что такое? Что, тебе плохо? Ой, кошмар приснился. А, ну, это ж только сон. Угу. Давай спать. Мне вставать рано. Угу. А? Все будет хорошо. Мне кажется, не будет. Эвелина забеременела от Егора, с которым они вместе работали. Однако Егор отказался разводиться с бездетной женой Ириной. Тесть Егора, управляющий авиакомпанией «Астахов», узнав о романе зятя, пригрозил Эвелине увольнением. Вскоре Егор и Ирина попали в аварию. Ирина погибла. Выписавшись из больницы, Егор переехал к Эвелине. Однако мать Ирины не оставляла их в покое и устраивала скандалы. Егор не спешил жениться на Эвелине. Ее обижало его равнодушие к ней. Прошло 2 месяца. Эвелина с каждым днем все больше страдала от неопределенности своего положения. Егор, ты? Да. Смотри. Чувствуешь? Чувствуешь, ножкой бьет? Футболистом будет. Налей мне чай, пожалуйста. Сегодня произошло то, чего следовало ожидать. Астахов перекрыл мне кислород. В последнее время мне не нравится цвет твоего лица. Я решил направить тебя на медицинское свидетельствование. Все в порядке, Иван Александрович. Нет, не в порядке. В личной жизни у тебя не в порядке. А проверка необходима. У тебя было сотрясение мозга. После аварии могут быть последствия. А у нас с этим строго, ты знаешь. Погодите. Но ведь комиссия заседала и вынесла свое решение еще в прошлом месяце. Я прошел все проверки, вы это прекрасно знаете. Какой к черту цвет лица? Я что, барышня, что ли, чтобы цвет моего лица вас напрягал? Да ты успокойся.
побереги себя. Ты же у нас без пяти минут папаша. И запомни, ты будешь свободен не только от моей дочери, но и от полетов. Я сделаю все, чтобы не видеть в нашей авиакомпании ни тебя, ни твою любовницу. А еще он добавил, что выпустит меня с волчьим билетом, с которым меня не возьмут ни в одну авиакомпанию, несмотря на дефицит кадров. Ну и пусть уволят. Главное, что мы вместе. И что наш малыш будет счастлив. Ты можешь хоть раз в жизни отвлечься от своего ребенка и подумать обо мне. Как я буду жить без неба, без штурвала? Ты, только ты. А ты хоть раз подумал, что отныне нас будет трое, и что это не мой ребенок, и не этот ребенок, а что это наш ребенок, понимаешь? И что это маленькое существо скоро потребует от нас много любви и внимания. А еще это маленькое существо потребует штампа в паспорте и много денег, к которым его мама так привыкла, и красивый дом, в котором она хотела бы жить, или... Велина. Эвелину увезли в больницу. Несмотря на усилия врачей, она родила мертвого ребенка. Через несколько дней Егор привез Эвелину домой. Знаешь, Егор, я никогда не думала, что это так больно. Потерять ребенка. Милая, родная, не плачь. Я многое понял, я во многом был неправ. Мы обязательно поженимся. Мы переедем ко мне. У нас еще будут дети. Нет, Егор. Ничего у нас с тобой больше не будет. Как? Ты, пожалуйста, не звони мне больше и не приходи. Почему? Потому что я так хотела получить штамп в паспорте. Я столько нервничала, переживала, что не смогла доносить моего ребенка. Ну, ты еще сможешь родить. Ты же так молода. Да, наверное, смогу. Только не с тобой. С тобой у меня уже все оборвалось. И знаешь, я поняла, что ты был мне нужен только когда был жив мой ребенок. А теперь, когда его больше не стало. Ты извини меня, Егор. Прощай. Уходи. Как известно, в форме почти любой мужчина выглядит настоящим рыцарем. Сильным, мужественным, добрым. Может быть, именно поэтому многие мужчины выбирают соответствующие профессии. Ну, впрочем, речь сейчас не о мужчинах, а об Эвелине из нашей истории. Пока она общалась со своим любовником Егором исключительно на его боевом посту, или изредка в романтической обстановке, он представлялся ей настоящим мачо. Ну, впрочем, и она в подобных ситуациях включала имидж истинной принцессы. Ну и где ей было разглядеть, что за этим роскошным фасадом на самом деле скрывается довольно-таки мелкий и трусливый человечек, который в первую очередь заботится о собственных шкурных интересах. А вот когда Эвелина отбросила свою принцессоподобность и начала решать практические задачи, ей пришлось подойти к Егору достаточно близко, чтобы этого человечка разглядеть. И стало понятно, что жить, если что,
Ей придется именно с ним, потому что романтическая обстановка и боевой пост будут уже ни при чем. И задала она себе вполне здравый вопрос. Ну и зачем мне второй ребенок в роли мужа? В тот вечер Наталья пришла с работы домой в хорошем настроении. Мама, и как это понимать? Ирина Гущина, 21 год, студентка, замужем. Решила тебя навестить. Подхожу к дому, а тебя на машине какой-то мужчина подвозит. Ну, и кто это? Вообще-то это мой начальник. Наталья Петровна Малышева, 45 лет, секретарь, вдова. Я просто сегодня на работе задержалась, и Рома любезно предложил отвезти меня домой. Ах уже Рома. То есть вы уже на «ты» перешли? Ну да. Сейчас так принято. Ну а потом мы с ним практически ровесники. Как тебе не стыдно? После смерти папы еще и года не прошло. Так, во-первых, почему ты со мной разговариваешь в таком тоне? А во-вторых, твой отец тут совершенно ни при чем. Папин китель. Зачем ты его достал? Чтобы почистить и убрать на антресоли. Убираешь подальше папины вещи, да? Чтобы тебе уже ничего о нем не напоминало. Грамоты тоже, я смотрю, убрала. Я тебя такого не ожидала. Ирочка, я очень любила папу. И мне его не хватает. Я его никогда не забуду. Но его не вернуть, понимаешь? Нужно жить дальше. Я вот на работу устроилась. Ты устроилась на работу, чтобы жизнь свою личную устроить? Я об этом как-то не думала. Даже если так, почему нет? Ты уже взрослая, замужем. Я еще не старуха. Ты предаешь память папы. Ну, мне что, носить траур всю жизнь? Пойдем, я тебя ужином покормлю. Да не хочу я с тобой ужинать. Муж умер почти год назад. Я очень горевала. Я долго не могла прийти в себя. Ну, а потом поняла, что жизнь продолжается. Стала искать работу. А до этого вы сидели дома и не работали? Нет. Муж был военный, мы с ним по гарнизонам мотались. Это когда он вышел в отставку, мы в этом городе осели. Неделю назад я устроилась секретарем. И мне сразу показалось, что я начальнику понравилась. Он мне тоже. Так это же замечательно. Да, но после разговора с дочерью я подумала, может быть, Ира права. И действительно, я предаю память мужа. Свою симпатию к начальнику вы рассматриваете как предательство. Но вы же не давали обет безбрачия. В конце концов, сами же сказали, жизнь продолжается. А вдруг Ира не простит меня? Я боюсь ее потерять. Она единственная, кто у меня остался. Ваша дочь – взрослый человек. И объясните ей, что она уже ведет свою жизнь, а вы свою. Вы имеете право жить так, как считаете нужным.
На следующий день Роман снова подвез Наталью с работы очень домой. Приятное сегодня сообщение получилось. Оказывается, мы читаем одни и те же книги. Роман Николаевич Седов, 47 лет, директор кадрового агентства. Да и музыку одну и ту же слушаем. Смотрим одно и то же кино. А еще вы меня уже второй раз подвозите. Я перед вами в долгу. Мне это не сложно. Давайте я вас хоть чаем напою. С клубничным вареньем. Не откажусь. Никогда такого вкусного варенья не пробовал. Спасибо. Давайте я вам еще положу. Странно. Кто бы это мог быть? Я сейчас. Что случилось? Ушла Денис. Поссорились, да? Ну ничего. Милые бронятся, только тешатся. Давай я тебя с Романом познакомлю. Что? Ты его уже домой привела? Тише, неудобно же. Мне, наверное, лучше уйти. Простите, просто дочка с мужем поругалась. Я понимаю. Может быть, в следующий раз попьем чаю у меня? Ой, нет, я не... Не стоит. Почему? Я как-то не готова. Что ж, не буду вас торопить. До свидания. Ну, рассказывай, что там у вас произошло? Мне Денис изменил. С чего ты это взяла? Сама видела своими глазами. Не может этого быть. Да может. Мы договорились с ним вместе пообедать. Я зашла за ним на работу, вхожу в кабинет, а он там со своей секретаршей целуется. Я не могу в это поверить. Просто я знаю, что Денис тебя очень любит. А ты с ним поговорила? Ну, а как ты думаешь? Он начал какую-то чушь нести, оправдываться. Будто эта девица сама начала ему на шею вешаться. Так я ему и поверила. Ну, может быть, он правду говорит. Угу. Ну, а потом, знаешь, у всех мужчин случаются приключения. Неправда. С папой бы такого никогда не случилось. Ну, нет. Было. Неправда. Правда. Нам надо уметь прощать, понимаешь? Мы женщины. Нет, я Дениса никогда не прощу. Наталья очень переживала из-за дочери. Она позвонила зятю и попросила его о встрече. Денис, расскажи мне, что там у вас произошло? Ирка наверняка все в красках расписала. Денис Гущин, 29 лет, руководитель аудиторской фирмы, муж Ирины. Я хочу послушать твою версию. Ты же знаешь, я всегда к тебе хорошо относилась. Что за история с этой секретаршей? Я виноват лишь только в том, что взял ее на работу. Оказалось, она мало того, что глупа, так еще и ленива. Я ей сразу сказал, пусть подыскивает себе другое место. Ну и правильно. А она решила, что я требую от нее интима. Бросилась мне на шею. И в этот момент вдруг вошла Ирина. Ну, теперь мне все понятно. Эту ненормальную я уже уволил. А ты Ире все объяснил? Конечно. Только она ничего не слушает. Собрала вещи и к вам. Ведет себя, как маленький ребенок. Знаешь что? Я с Ирой поговорю, а ты приходи часиков 8, хорошо? Наталье казалось, что она придумала, как помирить дочь с зятем. Ой.
Наталья Петровна, а вы куда? Денис, вам с Ирой есть что обсудить. Вы поговорите, попейте чайку, я пока прогуляюсь, хорошо? Денис? Что ты тут делаешь? Ты зачем его пустила? Ты лучше спроси, зачем она меня позвала? Денис, Денис, постой, постой. Ребят, ну зачем вы так? Ну, я думала, вы поговорите, помиритесь. Нет уж, убирайся отсюда. Так нельзя. Ну вот что. Это мои ключи от нашей квартиры. Я ухожу жить к приятелю, а ты возвращайся домой. Нечего мать стеснять. Я хотела как лучше. Наталья Петровна, благими намерениями вымощена дорога, сами знаете куда. Овдовев, Наталья Малышева устроилась на работу секретарем. Она почувствовала, что нравится своему начальнику Роману. Дочь Натальи, Ирина, обвинила мать в том, что та предает память отца. Вскоре Ирина заявила, что ушла от своего мужа Дениса, потому что он изменил ей с секретаршей. Наталья пригласила Дениса зайти вечером, надеясь помирить дочь с зятем. Но Ирина выгнала Дениса. Ну и зачем ты его выгнала? Ну неужели нельзя было все спокойно обсудить? Думаешь, я не знаю, зачем ты его позвала? Вообще-то, чтобы вас помирить. Да нет. Ты хочешь, чтобы я отсюда поскорее уехала? А ты бы могла без помех встречаться со своим Романом. Да глупости! Мы с ним просто хорошие друзья. Друзья? Да за кого ты меня принимаешь? Не успела устроиться на работу, как тут же нашла себе мужика, еще и домой его привела. Ой, Ирочка. Ну, что ты говоришь? Ну, что ты говоришь? Ну, у меня ближе тебя никого нет. Я тебе не верю. Раз Денис оставил ключи, завтра же уеду домой. Я решила, что не буду встречаться с Романом вне службы. Дочь все-таки настояла на своем. Да это не просто капризы. Она решила, что я готова от нее избавиться ради Романа. А зачем вы реагируете на все, что придумывает ваша дочь? Ведь вы же знаете, что если человек не хочет верить, он никогда не поверит, какие бы доказательства вы ни представили. Да, я просто понимаю, что ей сейчас очень плохо. И Ире больно видеть, что я счастлива. И чтобы ваша дочь успокоилась, вы готовы отказаться от своего счастья? Я уже собиралась это сделать, но вчера... Когда пойдем? Ты знаешь, у меня эта неделя очень тяжелая. Давай на следующий. Светлана Сударова, 33 года, бухгалтер, замужем. Договорились. Окей. Ну ладно, все, Ром, я побежала. Пока. Пока. Я не ожидала, что мне будет так больно видеть Романа с другой женщиной. То есть вы его приревновали? Да. Оказалось, что мои чувства гораздо сильнее, чем я думала. И что мне теперь делать? Если для вас важнее спокойствие вашей взрослой капризной дочери, тогда жить дальше без Романа. Если же ближе вам своя жизнь, следовать велению своего сердца. Утром Наталья пришла на работу, так и не приняв никакого решения. Доброе утро. Света, будьте добры, отнесите корреспонденцию в бухгалтерию. Роман Николаевич. Ой, какие красивые. А еще сегодня вечером мы ужинаем вместе. Роман, давайте мы с вами договоримся, что у нас будут только деловые отношения. Тогда это будет деловой ужин. Вы мне не оставляете выбора. Ну вот, отлично.
Тогда до вечера. Наталья быстро забыла о своем намерении поддерживать с Романом только деловые отношения. И после ресторана пригласила его зайти к ней домой. Вы проходите на кухню. Я сейчас вазу возьму в гостиной. Не возражаете, если я похозяйничаю? Сам чайник поставлю. Да, конечно. Ира, я думала, ты домой уехала. Ты что, своего Романа привела? Ну, извини. Могу уйти прямо сейчас, если ты настаиваешь. Да что-то я не это имела в виду. Я домой приехала, а тут сразу же Денис явился. Что это ты такая счастливая? Прям сияешь. Девочка моя, сердцу не прикажешь. Я, по-моему, влюбилась. Пойдем. Выпьешь с нами чаю? Я хочу, чтобы вы поближе познакомились с Романом. Он очень хороший человек. Посмотрим. Чайник вскипел. Вот и хорошо. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Роман Николаевич. Ирина. Юлечка, садись, я тебе чаю налью. Не надо, спасибо. Я уже спать пойду, а то поздно. Да, что-то я засиделся. Пожалуй, я пойду. Вы еще даже чая не выпили. Да, мне неудобно, ваша дочь. Это мне должно быть неудобно. Не обращайте на нее внимания. Она сейчас поссорилась с мужем. Может, все-таки останетесь? Я тебе сказала, не смей сюда приходить. Роман, извините, я сейчас. Ирочка, Наталья Петровна, ну, скажите вы ей, что я ее жизнью больше любви. Она меня не слушает. Да садись ты отсюда, подари к своей секретарше! Сколько раз тебе можно говорить? У меня с ней ничего не было, я тебе не изменял. Зато я тебе изменила. Ира, ты что несешь? А ну-ка расскажи. Да отпусти меня! Денис, отпусти ее, Денис! Ну-ка расскажи, мне расскажи. Денис, отпусти ее, Денис, да что ты делаешь там? Расскажи. Молодой человек. А это кто такой? А, это ты с ним. Нашла себе папика. Да ты что, вообще идиот? А я ему... Да что вы себе позволяете? Ира! Мужчина никогда не должен поднимать руку на женщину. Даже если его на это провоцируют. Да мы сами разберемся, кто вас вообще просил вмешиваться. Ира! Ира, иди домой. Пожалуйста. Роман, простите ее. Она не должна себя так вести. Ну, вы понимаете, такая ситуация. Я понимаю. Я все понимаю. Вам лучше пойти домой. Да, я понимаю. Я заберу вещи и пойду. Зачем ты соврала Денису про измену? Не твое дело. Отвратительная сцена. Не так неудобно перед Романом? Не переживай. Он того не стоит. Ты о чем? Пока вы там на кухне с ним ворковали, я его паспорт посмотрела. Что? Ты рылась в чужом портфеле? Ты что? Мам, дослушай до конца. Твой этот приличный человек, оказывается, женат.
Я тебе не верю. Ты все выдумала, потому что завидуешь. Овдовев, Наталья Малышева устроилась на работу. У нее начался роман с начальником. Дочь Натальи, Ирину, возмутило легкомысленное поведение матери. Вскоре Ирина поссорилась со своим мужем Денисом и переехала жить к Наталье. Наталья попыталась помирить их, но Ирина обвинила мать в том, что она хочет от нее избавиться, чтобы без помех встречаться с Романом. Когда вечером Роман пришел к Наталье в гости, Ирина посмотрела его паспорт и обнаружила, что он женат. Но Наталья не поверила дочери. Наталья не спала всю ночь. Она думала о словах Ирины. Светлана, я нашла вас в социальной сети. Ваш муж вам изменяет. Со своей секретаршей, Натальей Малышевой. Ты что делаешь? До свидания. Восстанавливаю справедливость. При чем тут справедливость? При том, эта женщина оказалась в такой же ситуации, что и я. Ей тоже муж изменяет со своей секретаршей. И мне все равно, что эта секретарша моя родная мать. Я этого не допущу. Из принципа. Тебе важны твои дурацкие принципы? Ты вообще не умеешь прощать. Ты никого не любишь. Ни меня, ни своего Дениса. Я хочу, чтобы все было по-честному. Если твой Роман любит тебя, пусть он от жены уходит. Да откуда ты знаешь, девочка, что для кого лучше? Да, мам, я же тебе добра желаю. Ах, ты мне добра желаешь. Добра. А ну-ка убирайся из моего дома, чтобы я больше тебя здесь не видела. Что? Ты выгоняешь родную дочь? Да, потому что я вырастила чудовище. Тебе Денис оставил ключи от квартиры? Вот и отправляйся туда. Доброе утро. Здравствуйте. Что случилось? Вы себя плохо чувствуете? Нет, все нормально. Опять проблемы с дочерью? Да, это тоже. Я могу чем-то помочь? Вы? Помочь? Да, можете. А скажите, это правда, что вы женаты? Да, но... Наташа, подождите! Наташа! Нас ничего, кроме штампа в паспорте, не связывает. Все так говорят, вы меня обманули! Я все объясню. Не надо мне ничего объяснять! И считайте, что я у вас больше не работаю. Наташа, выслушайте меня! Ну вот, меня все предали. И дочь, и любимый мужчина. Я осталась совершенно одна. Но разве вы не сами порвали с Романом и выгнали дочь из дома? Да, потому что я никого не хочу видеть. А почему вы даже не предоставили Роману возможность объясниться? А что он мне может сказать? Извечные мужские басни? Жена меня не понимает, мы с ней разные люди, но расстаться я с ней не могу? Вам проще домыслить ситуацию, чем объясниться. Вот вы упрекали дочь в нетерпимость, а сами ведете себя точно так же. Не пора ли вам заняться личной жизнью, не обращая внимания ни на мнение дочери, ни на мнение окружающих людей? Наталья тяжело переживала разрыв с Романом. Мам, что с тобой? Что тебе здесь нужно? Тебе плохо? Может, врача вызвать? Не надо. Мам, чем я могу тебе помочь? Спасибо, ты мне уже помогла. Мамочка, милая, ты прости меня, пожалуйста. Я была такая эгоистка. Наконец-то ты это поняла. Ты знаешь, я так тебе благодарна, что ты меня выгнала. Мы с Денисом наконец-то помирились. Я очень за тебя рада. Мам, прости.
Оставь меня, пожалуйста. Мне нужно побыть одной. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Меня зовут Светлана, я жена Ромы. А, да, я вас с ним тогда видела, точно. Вы простите меня, я просто не знала, что он женат. Послушайте, Наталья. Это вы меня послушайте, у нас с Романом все закончилось. И вы меня простите, если можете, я не буду разрушать вашу семью. Да нет у нас никакой семьи. Как это? Ну так. Мы прожили вместе всего лишь год. Поняли, что не подходим друг другу. Ну и 2 года назад расстались добрыми друзьями. А почему же вы не развелись? Да не было необходимости. Но скоро я снова выхожу замуж. А вчера мы с Ромой подали на развод. Правда? Да. Между прочим, это Рома просил меня к вам зайти. Он очень страдает. Наталья, прошу вас, не отталкивайте его. До свидания. Наталье хотелось немедленно увидеть Романа. Она надеялась застать его на работе. Роман Николаевич, а вы ко мне? К вам. Наташа, прости меня, я должен был сразу сказать про Свету. Почему же не сказал? Не поверишь, я совершенно забыл про этот штамп. Я же видела вас вместе, и Светлана, она моложе меня, и я переревновала. Глупенькая, при чем тут возраст? Ты самая лучшая. Правду говорят, что чаще всего в своей жизни дети копируют своих родителей. Вот, например, героиня нашей истории Наталья убеждала дочь в том, что нужно сначала выслушать человека и только потом решать. А сама, когда узнала, что Роман официально женат, не только не позволила ему объяснить все, но и была абсолютно уверена, что все, о чем ей расскажет Роман, ложь. То есть поступила именно так, как ее дочь. Но отношения с Романом научили Наталью доверять людям, а не своим домыслам. Выслушивать и понимать близких. Вечер Татьяна собиралась Минутку. В театр. Да иду я. Привет. Ты что, подруга, заснула, что ли? Мне что-то в глаз попало. Какой глаз? Меня Пашка по-черному приревновал. Ничего страшного, он тебя отходчивый. Татьяна Басовская, 30 лет, менеджер турагентства, не замужем. Переночуешь у меня, завтра помиритесь. Какой помиримся? Юлия Пономарева, 32 года, продавец. Подруга Татьяны, не замужем. Он сказал, что он меня убьет, если я появлюсь хотя бы на пороге. Мне в театр нужно уходить. А я от Пашки решила уйти. Осталось только вещи собрать. Давай завтра. Нет, надо сегодня, сейчас. Значит, завтра мои вещи будут валяться под окнами грязные и разорванные. Юля, я вот билет в этот театр 2 месяца назад еле достала. Ладно. Значит, я пойду одна.
Подруга называется. Слушай, ну не стоит, наверное, одной-то ходить. А я о чем? Потому что если он меня убьет, это будет на твоей совести. Ну а как же в театр? Пойдем, пожалуйста, 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 пожалуйста. Хорошо. Пожалуйста. Пойдем. Вам, наверное, покажется смешной моя проблема. Я не могу сказать людям «нет». Ну, в чем уж смешной? Это штука очень распространенная. Только это не сама проблема, это всего лишь следствие. Меня постоянно используют. Даже единственная подруга, она регулярно срывает мои планы. В последний раз я из-за нее не пошла в театр. Слушайте, а вы чего боитесь, когда боитесь человеку отказать? Ну, я, наверное, боюсь его обидеть. А что в этом такого страшного? Ну, хорошо, допустим, он обидится. Но он же от этого не умрет, правда? Ведь я тоже не умру, если выполню его просьбу. О-о-о. В последний раз я не пошла в театр, потому что Юля попросила меня подождать ее, пока она соберет вещи и поговорит с Павлом. Да? Тань, ты где? Я на лавке, внизу. Мне надоело тебя под дверью ждать. Сколько ты? А, сейчас спущусь. Ну, давай. Танька, прости меня, пожалуйста. Ты вещи собрала? Нет, мне Паш не дал. Ну, значит, нужно вместе пойти. А если будет мешать, мы вызовем полицию. Не надо никакую полицию. То есть ты остаешься? Я зачем я только тебя послушала? Вот ненормальная, а. Танька, Танька, не обижайся, пожалуйста. Я тебе билеты в театр куплю. Дай мне никаких билетов. Ну, так всегда. Я знала, что не надо было ввязываться. Но, видимо, все-таки вы что-то ж получаете, раз ввязываетесь. Так вот что именно? Что я могу получить? Одни сплошные проблемы. Не скажите. Если бы это было так, вы бы давно уже перестали быть такой услужливой. Понимаете, мама меня воспитывала одна. Она очень сильно уставала на работе, и если я ее не слушалась, она со мной не разговаривала. Это было просто невыносимо. Понятно. И вы решили, что если вы будете всех слушаться, то все будут вас любить. Но разве не так? А разве ваша мама всегда, когда вы слушались, бывала ласковой и любящей? Редко. Естественно. Потому что послушание само по себе не вызывает любви. Оно только помогает людям вас не замечать. Если вы их слушаетесь, им с вами удобно, и можно не обращать на вас внимания. Вы именно такого отношения добиваетесь? О! Я смотрю, ты вся в уборке. А к телефону не подходишь? А ты опять с Пашей поругалась? За помощью пришла? Ты опять дуешься. Я так и знала. А ты думала, я радоваться буду? А между прочим, мы с Пашей хотим искупить свое вино и пригласить тебя в гости. Вот спасибо. Познакомить тебя с отличным мужиком. А что-то не тянет меня с отличными мужиками знакомиться. Слышь, Золушка. Слышь, принцесса, ты мне всю жизнь мешаешь. Вот я даже пол спокойно помыть не могу. Между прочим, вот эта платьица, в котором ты собиралась в театр, очень даже подойдет. Угу. Угу. А как же пол? Я дома? Угу. Давай. Зря, наверное, я согласилась. Пойдем, опаздываем уже. У меня никогда не было свидания вслепую. А если он мне не понравится? Не тупи! Не понравится, так не понравится. Слушай, подожди, а если я ему не понравлюсь? У тебя когда было последнее свидание? Зря я согласилась. Вызывай такси. Я? Между прочим, я пекусь о твоей личной жизни. Хорошо. Другое дело. Татьяна чувствовала, что опять поддалась влиянию подруги. Алло, такси? Трое мужиков в купе поезда сидят. Ладно, потом давай. О, а вот и наши девочки. Прошу к столу.
А вот и наш Отелло. Успокойся, Тань. Танюк, ты лучше познакомься с Валерой. Павел Кучкин, 32 года, строитель, не женат. Если он так же, как и ты, склонен к мордобою, то, может быть, не надо? Мне очень приятно. А вы, видимо, та самая суровая подруга Юли. Валерий Сизенко, 36 лет, фармацевт, не женат. Видимо, да. А вы правда Пашин друг? Ну что? Да нет, ничего. Просто я никогда не видела, чтобы Паша Юле руку целовал. Правда? Я что, никогда не целовал тебе руку? Никогда. Джентльмен. Ну как? Еще. Пашенька, табуреточки есть еще в квартире? Да, там в прихожей. Прекрасно. Паша, ты что, так не нарезал фрукты? Ну а что, должен был, что ли? Танечка, солнышко, там на столе, на кухне все стоит. Принеси, пожалуйста, я пока стол в порядок приведу. Действительно. На что же я еще рассчитывала? Давайте-ка я с вами. Да нет уж, сидите. Пусть хоть кто-то будет гостем. Чем? Мне будет очень приятно помочь. Пока-пока. У вас только печальный вид-то. Да потому что так всегда. Прихожу в гости к Юле, готовлю, сервирую, мою посуду, еще и с Пашей их разнимаю. Ну все равно ждете. Не травите душу. Паш, не надо, у нас же гости. Действительно, ни в чем себе не отказывайте. Что вы делаете? Что я делаю? Открываю шампанское. Давайте порежем фрукты и пойдем в гостиную. Вы думаете, стоит? Не знаю. А я думаю, нет. За встречу. Давайте фрукты резать. Фрукты подождут. Давайте лучше потанцуем. Музыки же нет. А мы без музыки. Еще лучше, давайте сбежим. Ну, неудобно. Очень. Очень. Ай-яй-яй-яй-яй. Тань, мы взрослые люди. Мы начхать на всех и все. Сбежим. Ну, не знаю. Таня, сбежим. Пойдем. 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 Да это еще ладно, это еще... На самом деле, я... Ну, это потом. Танечка, закройте глаза. Вот так. Я хочу подарить вам маленький презент, пока это только начало, но для начала, я думаю, прекрасно. Для начала прекрасно. Возьмите. Какой пыльный цветок. Я так никогда еще не делала. Я тоже. Я вас совсем не знаю. Не беда. Что? Извините, мне неловко. Мне пора. До свидания. Ты где эти ключи? Таня! Таня, ради бога, простите меня, сам не знаю, что нашло. У меня за всю жизнь, может, никого-то поцеловать не хотелось. Мне вообще в последнее время казалось, что я как-то лишен покоя. Задыхался. И вдруг я встретил вас. Такую легкую, ироничную. Такую мою. Вы на меня злитесь? Да нет. Не злюсь. Вы только не думайте, я не всегда себя так веду. Я не думаю. Просто вы мне очень нравитесь. К 30 годам Татьяна так и не научилась говорить слово «нет».
Этим часто пользовалась ее подруга Юлия, срывавшая планы Татьяны из-за проблем со своим любовником Павлом. Однажды Юлия познакомила Татьяну с приятелем Павла Валерием. В первый же вечер Валерий проявил настойчивость, и Татьяна не устояла. Валера! Доброе утро! Алло? Как все прошло? Ты, Юль. Да плохо. Ничего не было? Да все было. Просто он ушел утром, даже не попрощался. А деньги-то хоть на месте? Ты думаешь, он меня обокрал? Да нет, все в порядке. Все на месте. Хоть я вчера никуда не ходила. Вы не представляете, как мне было обидно. Мужчина, с которым я провела ночь, ушел, даже не попрощался. Ну, причины-то для этого могут быть разные. Но обиднее всего Юля, которая постоянно прибегает ко мне плакаться после того, как поссорится с Пашей. Она же даже слушать меня не стала. Юля! Подожди! Да что ты от меня хочешь? Я опаздываю. Как что? Валера ведь друг Павла. Тебя бросил мужик. При чем здесь Павел? Вот значит как. Ты со своим Пашей поцапаешься, ко мне бежишь. Спаси, помоги. А как у меня беда случилась, все? Понимаешь? Они только познакомились в баре накануне. Он даже фамилии его не знает. Ему просто поболтать не было с кем. Вот значит как. Не приходи ко мне больше и не звони. Вот если от меня что-то нужно, то и я нужна. А как только я выполняю просьбу, все, пошла вон. Да почему они должны думать как-то иначе-то? Вы делаете все, чтобы они были довольны. Они довольны, о чем еще беспокоиться? Как? Ну ведь она моя подруга. У меня в голове так и крутилось сказать Валере «нет». Ну, чтобы встретиться с ним потом, узнать его получше. То есть вы были совсем не против узнать его получше? Еще как. Меня прям волной захлестнуло. Я такая дура. Лучше бы я вообще ничего не делала, чем вот так. Ну, ничего не делать, оно, может, конечно, и лучше. А ничего не иметь в результате. Да? Приезжай срочно ко мне, иначе Пашка меня убьет. Не, Юль, хватит с меня. Юль, я ж тебе сказала, не звони, не приходи ко мне. Мне такая подруга не нужна. Танечка, солнышко, прости меня, пусти. Паша бежит за мной, он убьет меня. Я только подмигнула парню, он просто взбесился. В полицию позвони. Паша, Паша, я прошу тебя, не надо. Алло, полиция? Прибежала Юля, просила впустить. Сказала, что за ней гонится Павел. Ясно. Так почему же вы не впустили свою подругу? Антон Басов, 35 лет, следователь, женат. Не чужой ведь человек? Так получилось. Просто я не думала, что ссора настолько серьезная. Как там Юлька? Сломано 2 ребра, многочисленные ушибы. Они постоянно ругаются. Ну да, да. Вы меня осуждаете? Это не моя работа, осуждать. Вы считаете, что я виновата?
Просто если бы открыли дверь, то, возможно, ситуация развивалась бы иначе. Значит, я виновата. Привет. Спасибо, что пришла. Спасибо. Как я могла не прийти? Только не вини себя в случившемся. Я знаю, ты самоедка. Почему я не открыла эту чертову дверь? Потому что я всегда использовала тебя. Когда нужна была помощь мне, ты всегда мне помогала. А когда она понадобилась тебе с этим Валерой, я оставила тебя одну. Две идиотки. Одна из них, между прочим, с переломанными ребрами. Ты заявление в полицию написала? Да, конечно. Значит, после больнички съездим к Паше, заберем твои вещи. Первое время поживешь у меня, а потом снимешь квартиру. Я думаю, что именно так все и будет. Ну ты же не собираешься к нему вернуться. Вот такого я никому не прощаю. Бедненько, какой же он у тебя гад. Опа, пошел вон, делать тебе здесь нечего. Это не тебе решать. Юля к тебе больше не вернется, и я не дам ей забрать заявление из полиции. Она не такая, как ты, и потому у нее есть мужик. А ты будешь одна куковать всю оставшуюся жизнь. Я сама найму ей адвоката, и ты у нас загремишь по полной. Да что ты говоришь? Посмотрим, и только попробуй к ней в палату зайти. Я приду в другой раз, когда захочу. Руки. Поняла? Ой. Вот и вы. К очередной дамочке бежите? Таня, ты мою записку прочитала. Еще и записка была? Да я ж просто везунчик. Слушай, ну я не думаю, что это сильно, смертельно тебя обидел, Тань. Я ж там все объяснил. Мне просто жалко было тебя будить. Спасибо, уважили, до свидания. Послушай, Таня, выслушай меня. У мамы на даче случился инсульт. Мне соседка отправила СМС, когда мама из больницы, я тут же рванул. Ну что бы ты сделал в моей ситуации? А вы в моей. Я не хотел грузить тебя своими проблемами. Я вас поняла. Тань, ну выслушай меня, пожалуйста. Мама пришла вот в сознание, попросила попить. Я второй день около нее дежурю. И... Здорово. И как это у вас получается? Провели со мной ночь, бросили меня, и я же еще виновата. Потрясающе. Ну, послушай, ну я в записке все объяснил, дал номер телефона. Я так ждал, что ты позвонишь. Врать не надо. Я все равно очень хотел тебя видеть. А я нет. Татьяна чувствовала себя раздавленной. Она хотела бы верить словам Валеры, но не могла. Я должен срочно бежать в больницу. Позже все объясню. Таня, я должен срочно бежать в больницу. Позже все объясню. Спасибо за незабываемые минуты. Буду с нетерпением ждать встречи. Пожалуйста, позвони мне. Пока. Выходит, не врал? Подруга Юлия познакомила Татьяну с приятелем своего любовника Павла Валерием. Татьяна поддалась чувствам и провела ночь с новым знакомым. Наутро она обнаружила, что Валерий ушел. Вскоре Юлию избил Павел, и она попала в больницу. Татьяна пришла навестить подругу и встретила Валерия. Он объяснил, что вынужден был уйти, так как у его матери случился инсульт. Я даже не знаю, когда мне было хуже. Когда меня использовали или когда я поняла, что все может быть хорошо.
Угу. То есть вы догадались таки, что плохо может быть не только от того, что вы что-то сделали, но и от того, что вы чего-то не сделали. Я уже свыклась с мыслью, что я неудачница, и что-то менять в жизни мне просто страшно. Так может, в том-то все и дело? Вы точно знаете, что вы сами ни на что не годитесь, ну, кроме как угождать другим людям, конечно. Поэтому, ясное дело, и мужчина может только вами попользоваться, а потом бросить, ведь другие варианты вы даже не рассматриваете. Других вариантов не было. Не было? А вы позволяли им случиться? Опять ты? Оставался бы лучше в больнице, там от тебя больше толку. Я пришел извиниться, это тебе. Бери цветы. Ну что мне сделать, чтобы ты простила? Ничего. Тань, давай начнем сначала. Нет, второй раз такого не переживу. Найди себе другую дуру. Хорошо. Если скажешь, чтобы я ушел, я уйду. Я обещаю, что больше ты меня не увидишь. Я в прошлый вечер проявила слабость. А мне кажется, это было больше, чем слабость. Конечно, больше, чем слабость. Тебе же это показалось. Значит, все-таки уйти? Да. Я тебе не верю. Уходи, все. Послушай, уходи. Таня, ну выслушай меня. Уходи. Я все равно буду ждать твоего звонка, Таня. Замечательный букет в дверях валяется. Ты зачем с Павлом разговаривала? Он меня бросил! А ты разве этого не хотела? Это моя личная жизнь. Зачем ты в нее лезешь? Кому я теперь такая перебитая нужна? Ты от меня чего хочешь? Иди, мирись с ним. Он сказал, что ты не успокоишься, пока его не посадишь. Извините, что помешала вашему счастью. Что у тебя произошло, подруга? А тебе разве интересно? А ты, кажется, права. Бог с ним, с этим Павлом. Можно я у тебя пару дней перекантуюсь? Конечно. А теперь рассказывай, что произошло? Валера приходил. Да ладно. Чего хотел? Не знаю. Мне теперь все равно. Врешь? Он тебе нравится? Нравится. Очень нравится. Чего сидим? Боюсь ошибиться. Вдруг сделаю что-нибудь не так или... В общем, проще сказать «нет». Вроде научилась. «Нет» ты говорить научилась? Значит, научим говорить «да». У тебя есть его номер телефона? Угу. Ну чего ты сидишь? Звони! Кидайся в омут с головой, только тогда ты поймешь, нужен он тебе или нет. А если утону? Звони! Валера, ты еще хочешь меня слышать? Весьма распространенная, между прочим, штука – неумение говорить «нет». Что грустно, так это то, что многие люди
Именно отсутствие этого умения почему-то называют добротой. Ну что ж, вольному воля. Нравится им так считать, пусть считают. Только вопрос. В 3 года говорить «нет» умеет любой порядочный ребенок. Куда же это умение потом-то девается? Вот у Татьяны из нашей истории это умение куда-то делось вполне понятным образом. В свое время, мамиными стараниями, Татьяна пришла к глубочайшему убеждению, что на нее саму и ее желание вполне можно наплевать, лишь бы окружающим было хорошо. Вот и стала Татьяна лепить из себя все, что могло этим самым окружающим понадобиться. Вам кого-то побить надо? Пожалуйста, нате вам палочку. А вам коврик под ножки, чтобы они не мерзли? Да ради бога, Татьяна и на это готова была сгодиться. Ну и каким же образом окружающим ее людям было ее не то чтобы любить, но даже просто замечать? Они ведь и понять-то не могли, а что такое сама Татьяна? Кого любить-то?